Узнав о падении стены, я приказала знаменосцам отступать к Винтерфеллу. Лорд Амбер, когда прибудут ваши люди? Нам нужно больше лошадей и телег, миледи. И, милорд. И моя королева. Простите. Мы дадим все, что сможем. Возвращайтесь в последний очаг и приведите их. Нужно послать воронов в ночной дозор. Охранять замки больше незачем. Мы дадим бой здесь. Слушались, государь. Государь. Но разве вы государь? Вы покинули Винтерфелл королем, а вернулись. Даже не знаю кем. Лордом? Вообще никем. Это не важно. Не важно? Мы избрали вас королем Севера. Да, верно. Верно. Королем Севера. Вы правы, миледи. Вы оказали мне честь, и я благодарен за ваше доверие. Но уезжая, я сказал, что без союзников мы погибнем. И я привел их сюда, чтобы пополнить наши ряды. У меня был выбор. Остаться королем или защитить Север? Я выбрал Север. Если кто и выживет в грядущей войне, он будет обязан этим Джону Сноу. Он доказал всем, что угроза реальна. Благодаря его отваге, мы собрали здесь величайшее войско в истории. И в придачу двух взрослых драконов. Скоро на север придет войско Ланнистеров, чтобы примкнуть к нам. Я знаю, что в прошлом мы не были друзьями. Но либо мы будем биться бок о бок, или погибнем.